Давайте сейчас попробуем. В принципе, тут вообще ничего не осталось поиграть. А потом в следующем ролике тогда попробуем Акселя прокачать. Тут всего Джестер остался, да, этот товарищ. Так, кто у нас сейчас будет? Какой-то босс. Судя по тому, что там было нарисовано. И потом Джестер. А вот и большой парень! Да, выходи, большой парень. Вот до 5 уровня бы этого большого парня вкачать. Я думаю, он бы нормально тогда. Ну чё ты тут? Привет. А, это тоже мой брат. Будет больно! Телефон скоро закроется. Надо сейчас по-быстренькому это пройти. Время мять и крушить! Итак, погнали, где? Ух ты ж! И куда он? Ай-яй-яй-яй! Жалко, его глушить нельзя, получается. Что там ползать? Что ж такое? То, что он такой медленный аксель, конечно, непривычный. Ну чё, он сейчас мне тут все закидает этими камнями? Я спрятался, ничего не знаю. О, нормально. Вот, значит, как его надо. Ты не причинишь мне вреда! Ну, давай, кидай сюда свой камень. Ай-яй-яй, уй-уй-уй. Чё-то я, кажется, сейчас втащу. Беги! Эх ты ж. Так, надо здесь ставить. Тогда он башку ударит об камень. Чувствую, Аксель у меня сейчас погибнет смертью храбрых. Ай-яй-яй-яй, беги-беги-беги-беги. Кстати, успел. А я вот так вот сделаю. Исцеление! И попробуй догонить. Нормально. Еще и в ряху ему дал. Ой. Ну ладно. Тогда вот так. Союз Фортрекса! Я думаю, тебе это понравится. Я сокрушу тебя! А вот и большой парень! Вот так. Вот так вот. Опять да, Молдронов тащили. Правда затушили мой огонь. Ну, а щит какой-то новый. Ха, а Лансу не нравится, как выражается Клей. Да, мы загасили его пеной нашей славы. Как тебе? Ужасно, но спасибо, что не прибавил Йоу. Йоу. От всех этих драк я проголодался. Может, Че у нас тут? Может, выпадет какая-нибудь запчасть? О! Две штучки вывалились. Так, Молдрона мы завалили, и, по-моему, там остается последняя миссия. Давайте сейчас ее все-таки пройдем, раз пошла такая тема. Ну, это запчасти от машины, по ходу дела. Так, что у нас тут осталось? Сколько миссий? Раз. И два. Две миссии. Давайте по-быренькому. Ладно. Аксель так Аксель. Непривычно, конечно, но... Не, ну он крут.
с такой секирой. Время мять и крушить! Тоже верно. Надо, кстати, будет попробовать взять ему какую-нибудь силу, которая увеличивает атаку. Некса-силы. Так, ты кто? Сегодня я отобедаю супом из огненных монстров! Да что ж такое, что ты его куда-то заперся? Ай, завалят сейчас, ай, завалят. Банановая бомба! Время мять и крушить! Это еще не все, значит, да? Да что такое-то? Что за экшен-то такой дикий? Ленин есть, реально, без него бы я сейчас уже давно был. Проигрываю. Банановый бомба, кинуть сейчас. Банановая бомба! Ну, нормально. Че, шаман? На-ка. Союз Фортрекса! Пожалуйста, тобой мы обойдемся попозже. Лечишься, да? Попробуем лечиться. О, еще одна секирация. Так, и что нам осталось? Сколько миссий? Может, последняя? Так, верхняя закрыта, потому что нам нужен Тарантас. Башенный тягач. Ура! Вперед! Давай, погнал. Ну, здесь, получается, сейчас будет только босс. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Кто это такая? А, лаба. Смотрите-ка, кто явился на сражение. Вы Некса ничтожество! Ну, Лаваря классная фигурка. Ничтожество обратят тебя в ничто! Да, Клэй ответит. Ха! Дерзкие слова перед схваткой с коварнейшей среди извергов! Сегодня я отобедаю супом из огненных монстров! Чё-то мне вообще не нравится ничего. Ай-яй-яй! Что там? Какая-то гадкая. Так, надо брать акселя. Опаньки. Ай-ай-ай! Понятно. Своим криком она оглушает. Ай-яй-яй, бежим отсюда! Понятно. Не убежал. Очень хорошо получилось. Беги. Ты истеричная баба, это Лавария. Вы растеряны? А вот и акты! Так
конечно, растерян. А еще и не оглушить. Беги, беги! Беги! Ну да. Ну на, в ответ тогда. Удары ярости! Ну, давайте вот так. Исцеление! Ну вообще здесь, конечно, рано было бы проще, потому что... Главное свалить, когда она начинает орать. Так, пожалуй, вот так. Союз Фортрекса! Пожалуй, вот эту штуку будем. Ай-яй, паутина тут, ё-моё. Это вообще нереально, а? Дико еще. Хотя вот она сейчас. Получай! Время! Да? Конец коварнейший среди извергов. Я поймана. Да? Да ладно тебе. Но ты неплохо сражалась. Правда? Нет, неправда. Хотела утешить. Не стоит жалеть шпионку, как бы она нас не провела. Рыцари, нам нужно приглядывать за Лаварией. Она мастер маскировки. Мастерица маскировки. Да, сейчас валит куда-нибудь. Судя по довольной морде. Приглядывайте сколько хотите. Все равно не увидите, как я ускользну. Что там вывалилось? О! И вроде бы как все, мы прошли весь Рокленд. Так, озвучки нету. Придержи свой колпак, клоун! Я чувствую, что Лавария рядом! Правда? Ну, вообще-то мне отлично ее видно! Ну, разве я не супершпионка? Миссия выполнена! Фортрекса больше нет! Победа! Фортрекс взорван? Я знал, что мой план гениален! Твой план? О, ну и ладно. Ты добыл щиты! О, я чувствую, как в них пульсирует сила. А эти плакс-рыцари тоже взорвали? Ну, не совсем. Они спаслись. Что? Эй, не волнуйся об этих добрячках. У нас 5 волшебных щитов. Теперь нам остается найти последний. Щит генерала Самый Магмара? Самый могущественный из всех. Щит генерала Магмара. Изверга Магмара, верно? Как скажешь. И где же он? Он хранится в музее Найтони. Лежит себе у всех на виду. Отправь туда всех 5 генералов, то есть и извергов. Прямо сейчас. А затем, когда все щиты будут у нас, они перевернут весь город вверх дном. И?
Я знаю, что ты сейчас скажешь. Уничтожат его! Предводитель монстров, явись скорей! Пройди по стране и хаос посей! Флама, Флама, мы вместе с тобою жестокую взбучку Нексонайтс рыцарем устроим! Молдрон, Молдрон, ко мне, дружок! Да, но что тут получается, что это сейчас Джестер всех своих товарищей вы... Виперелла, ну же! Ты поселишь в сердцах рыцарей ужас! Шпионка Лавария, приди сюда! Избавь меня от рыцарей навсегда! Я и так уже здесь. Ах, да, я это знал. Просто я люблю стихи. О, ты настоящий поэт. Мои изверги! Наконец-то настал наш день! Найтония станет моей! Возьмите эти волшебные щиты-поглотители и посейте разрушение в столице! Добудьте мне щит генерала Магмара, и мы будем управлять всем королевством! Очень даже впечатляющая речь. И он даже не сказал... Идите же и... уничтожайте! О, я поспешил. Так, а что сейчас будет? По идее, если они сейчас пошли в королевство, надо возвращаться обратно? Хм. Миссия завершена. Продолжение следует. Так, это, по-моему, телепорт. Так. Вот их не было, кстати, удобно. Ну, давайте в королевство приедем. О, вот этого, кстати, не было. Огненные земли тоже скоро. Кстати, давайте, может, ролик посмотреть. Да. Ужасная картинка. О, новые щиты какие-то, вон посох Мерлока кривой косой. Ну, в общем, красивая картинка. Забавно. Так, ну я хочу к королевству все-таки приехать, посмотреть, нет ли там ничего такого ужасного. Не, королевство все спокойно. Все, вот теперь мы завершаем наш ролик. Оставляйте ваши комментарии, пишите, что бы хотелось вам посмотреть. В следующий раз я, может, чуть поиграю, прокачаю Акселя по максимуму. Ну, естественно, подписывайтесь на канал, когда появятся новые щиты, все это буду выкладывать. До скорой встречи, всем пока!